Ну и снова здравствуйте. Сегодня, видимо, у меня день обзоров. Это последняя, третья часть моей коллекции ювелирных украшений. В основном это все тут будет сережки. Начну я, пожалуй, вот с этих вот. Это из того комплекта с розочками. Но, в общем, они были, мягко говоря, большие для меня. Это серебряные эти цветочки. Еще были точно такие же гвоздики, но вот именно такого же размера. Я думаю, что если в уши такие гвоздики вставить, это уши отвиснут. Хотя и такие сережки вставить, мне тоже кажется, отвиснут. И мне, я думаю, их может просто потом переделаю на подвески. Хоть у меня подобные подвески уже есть, но может что-нибудь с ними просто придумаю, еще другое. Такие вот. Так, это вот просто гвоздики. Тут медицинская сталь и жемчуг необработанный. Это алмазная огранка, серебряные сережки, которые я как-то покупала для разнообразия. Это золотые сережки. В общем, делали по нашему заказу еще при маме из нашего золота, как это ее знакомая ювелирша. В общем, под эти сережки было как раз то колечко, которое делал Игорь. Это две пары посеребряный мельхиор колечек сережек. Вообще там были вот такие штучки, некоторые у меня потерялись, а их было в основном по три. А здесь я уже просто повесила этот шарик янтаря. Вот я думаю, надеюсь, их будет видно. Это вот такие вот колечки. Это как раз я покупала, когда сделала себе уже вторую дырку, то бишь четвертую, если считать на оба уха, сережки. Здесь у меня одна вот эта золотая с янтарем, с жемчугом, надеюсь, видно, это мамина сережка осталась. Это после аварии их вообще было две, но на ней одна осталась одна. Это вот как раз я совсем забыла, что на мне вот эти с малахитом. И одна, не помню какой металл, но мне эти сережки, вот, кстати, вторая от нее, подарила моя тогдашняя одноклассница, подружка Оксанка Бабаева. Сейчас она уже давно замужем, фамилия у нее другая, но, в общем, она мне такие сережки дарила. Может быть, в классе 7 или в 5. Что за металл, я не помню, но уши у меня от него не болят. Такие синие. Это мамины еще сережки, серебро с янтарем молочным. Ну, крышечки я уже сюда одела, потому покупала, которые специально, это силиконовые заглушки, просто чтобы они не терялись, но их, допустим, на выход на какой-нибудь утром одел, вечером снял, потому что спать в них очень тяжело. Это позолоченные, не помню, что за камень, серебряные сережки, это тоже еще мамины, но я их еще и при маме носила. Это я покупала сережки, шарики, уделанные маленькими-маленькими жемчужинками, серебряные гвоздики такие. Иногда одеваю. Тоже в них я как-то поспала, забыла снять, уже очень болели. Это как раз вот та сережка вторая, у которой была пара отломанная. Это вот этот серебряный цветочек, гвоздик слайда. Это сережка. Я не помню, наверное, все-таки это позолоченное что-то, металл такой. Это мне делали, когда первую дырку, вторую прокалывали. Ну, вторая, первая дырка, то бишь третью дырку. И вот эту сережку мне вставляли. Это еще мамины сережки. Ей подарил какой-то мальчик. Это, в общем, золотые с каким-то рисунком гвоздики. Надеюсь, их будет видно. Это еще тоже мамины, но я при ней их носила и без нее, естественно, ой, тоже упала. Это серебряные с, кажется, фианитом. Такие цветочки. Они похожи, кстати, вот с этими позолоченными. Где они у меня тут? Вот, похожи. Так, это тоже мамины сережки, но это, можно сказать, бижутерия. Что это за металл, я не знаю. Это ей тоже дарил какой-то мальчик. Вот такие звездочки. Я их от силы, может, раза два одевала. Вообще их они лежали в отдельной коробочке, там из маминого какого-то детства. Я потом уже только их достала и соединила все вместе со всеми украшениями. Это золотые сережки, кольца такие мамины.
Ну, я иногда их ношу, но все-таки спать в них тоже очень сложно, ушам тяжело. Но вполне так нормально. С такими рисуночками, цветами. Это мои самые первые сережки. Уши мне прокололи в 4 года. Моя соседка. В общем, это мама моей тогдашней подружки Женьки с первого этажа. Вот. Она колола мне одну дырку, сделала не с первого раза. Проколола, у меня была кровь. Я вида крови боюсь. Ну, в общем, мучили бедного ребенка, называется. Тут мои первые сережки. Это тоже с Лайта. Стрекозы. Хоть и небольшие по виду, но все же тяжелые для ушей. Я, наверное, их, может, во что-то тоже переделаю. И они тоже с фианитами. Заглушки я уже отдельно. Я просто покупала пакетик заглушек, 100 штук силиконовых заглушек. И вот на прозапас они сюда нацепила их. Тут проба тоже стоит, естественно. Это первые сережки, которые мне Заремка подарила. Это тоже серебро с янтарем, гвоздики, от которых у меня потом очень сильно болели уши. Вообще от всех гвоздиков, не знаю почему. Это как раз там в комплект тому браслету моему янтарному. Заремка одно время работала в ювелирке, но и у нее была скидка. Это вот та как раз вторая сережка, оставшаяся сережка-сова с янтарем. Другую я переделала в подвеску, в предыдущем видео я про нее говорила. Так, ну еще тут совсем немножко осталось. Это очередные сережки цветочками. И тоже для меня оказались, ну, несколько большеваты. Хотя их вроде эти не одевала, но может быть когда-нибудь на выход так просто одену. Мне кажется даже, что шарики из второй части обзора были несколько полегче. И вот похожие тоже, только немножко по-другому сделаны цветочки и тоже гвоздики. Эти-то все-таки висюльки, эти гвоздики. Так, и последние у меня тут сережки. Это медицинская сталь и бирюза. Я хотела их подарить подруге, но потом выяснилось, что она именно вот такого фасона не любит. И оставила себе. Это мне пришло тоже в подарок. Ну, а тут у меня просто как бусики такие. Естественно, это, мне кажется, все-таки бижутерия. Тут медь и под жемчуг бусинки. Все, у меня было несколько бижутерий этой жемчужной, речного жемчуга и фрашевской, но я или раздарила, или оно где-то уже в неведомых частях. А это вот такие подвески с якорями. В общем, тут какая-то мадама. И кораблик. Я их покупала, хотела сделать браслет для Женьки, но что-то так у меня руки не дошли, а Женька не подала признака жизни. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вот таких вот украшений. Может, потом куда-нибудь их использую. Елизавета вторая тут. Я сейчас прочитала. Не поверите. Купила год назад, только сейчас вот рассмотрела. Ну и тут у меня как-то попадал мне в подарок браслет Ивашевский, по-моему, в их официальном магазине в Ярике с Аленкой тогда, кажется, покупала. Вот тут это сердечко и еще сердечко. Кажется, что у меня там случилось, не помню я. А нет, с ним ничего не случилось, просто я его перестала носить. А, да, все-таки случилось, сердечко вот это отвалилось. Осталось одно сердечко, но можно носить как одно сердечко, в принципе, тоже. Вот единственная бижутерия, которая мне очень понравилась, это вот эти сердечки. Ну и на этом все. Если вам был интересен мой обзор и чем-то полезен, то я рада. И спасибо, если досмотрели до конца. До новых встреч!